лучшим ценам, потому что рынок перепродаж набирает обороты. В последнее время часто попадаются клиенты, для которых рассрочка не определяющий фактор. Поэтому у нас сегодня будет 3 квартиры в разных ценовых категориях. Сейчас мы находимся на балконе дорогой квартиры, но мы еще сюда вернемся в конце ролика. Поэтому, если все готовы, погнали! Решили мы начать с недорогого варианта. Это квартира с одной спальней в проекте 7 морей. Мы уже знакомили вас с этим комплексом, но тогда мы говорили о первичке. Сейчас идем на перепродажу. Вот корпус называется Бора-Бора. 10 лет мечтаю туда слетать, поэтому dreams come true. Мы взяли для примера стандартный one bedroom, 36 квадратов, односпальная квартира, стандартная комплектация застройщика. Вот на сегодняшний день такая планировка будет стоить, учитывая, что мы на четвертом